Назовите любой аксессуар. Аксессуар, аксессуар, дурачок. Да хватит, тут уже думать надо! Пиши часы! Часы, Костя, 4 буквы, не ошибешься! Какой аксессуар? Ремень. Не, ремень это не аксессуар. Носки, носки тоже не аксессуар. Часы реально. Нет, что-то длиннее! Ну, в принципе, это нормально, только это слишком коротко. Если у меня другого варианта нет, поэтому я напишу где-то 7-8. Ну что, у меня нет вариантов! Это что такое? У меня столько много вопросов, молодой чебурек. Ты бы знал, начнем с первого. Ты какого ёперного лешего здесь делаешь, если ты уже упал на вот этом, на своем слове? Пиппи! Ты как и сгорел 2 раза в лаве, ты как обратно вернулся? А вот это магия, Эдуард! И сразу второй вопрос. Почему у тебя аксессуар микрофон? А это разве не аксессуар? Это устройство для записи звука! Аксессуар это вот сережки! Ты ходишь в сережках! Цепочка, вот цепочка! Порт, ты реально не знаешь, что такое портмоне? Это такие женские стринги? Кто? Женские стринги? Ты это моему дяде скажи потом, херачи. Да я не знаю, прям! Рискни! Рискни! У меня вообще вот такая... Он тебе покажет, где его портмоне находится, и покажет тебе, где ты будешь проводить свои летние каникулы всю жизнь. Да? Да! Календарь перевернул, и снова 3 сентября! На фото я... Твоё херейт взглянул и плюну прямо и оттуда... Ты оборзел, что ли, там? Чхоху, а? Это порода! А надо кличку! Барни Марти! Реально, надо Марти написать, я ж не буду предавать свою собаку. Ну вот... Ты чё? Ты офигел? Ты оборзел? Самый сладусенький мой такой хороший? Да. Это не честно, дисквалификация. Тут несколько слов, ты чё нас обманываешь? Нет, это не несколько слов. Это когда приходишь домой, твоя собака к тебе прибегает, и ты такой, самый сладусенький мой такой хорошенький. Это одно слово. У тебя нет. Собаки просто нет, ты не знаешь, как с ними. Чтобы такой махабусенька моя, такая булочка, круассанчик. Ты всегда вот так вот с ними разговариваешь. Какое нафиг нарушение правил? Чё за нарушение правил? Почему а у меня... Чё это такое? Это чё, только чё? У меня на экране высветилось или у всех? Что? Как? А чё херейт нарушил-то? Подожди! В смысле я-то чё нарушил, алло? Подожди... Я не могу, мне плохо, я убираю! А почему у тебя нарушение правил, если у меня нарушение правил? Да я-то откуда знаю, какого фига? Давайте следующий вопрос, пожалуйста, херейта. Херейта уже не вернуть сюда. Никто и догнать не сможет, потому что я уже возле вот этого просто финиша. Просто кто-то жулик. Вот самый настоящий жулик. Нечестно. А вот и наказание тому, кто реально нарушил правила. Я сейчас вообще нифига не понял, что в этой жизни произошло и что за нарушение правил. Так я еще и возродился, еще раз в лаве возродился. Если... Нифига себе. Скажите мне, пожалуйста, чё вы этот, отойди в сторону, чё вы это... Почему я переместился со своего моста на мост Херейда, взорвался мост Херейда, Херейд проиграл, я потом написал слово и продолжил строиться не мой мост, а мост Херейда, это чё за кринжатищенина? Костя, ты дурак, такого слова не существует. Назовите любое природное явление. Слушайте, а ЖК Плей это природное явление? Не-не-не, пи-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 п
Ну, короче, я написал. Ты написал страх, да? Вот это жулик. Да. Итак, затопление. Ты меня прости, конечно, жулик плей, но мне почему-то что-то... Да. Затопление. Ну, знаешь, я поэтому буду такой, типа, Билли Джин, not my love, she's just a girl, смотрите и завидуйте мне, все. Мод-то вроде как обновили, таймер появился, все остальное тоже появилось. Ну, чё-то вообще максимально нифига не понятно, что сегодня произошло. Природное явление. Жулик Плей, никогда больше не пиши слово «страх». Вообще не при каких обстоятельствах, понял? Плохое слово. Биджин, ЖКП природное явление.